там 69.11. 319-365 регистрация идет. 319-364. Здесь стоит это 360. Мы сели в самолет в 13. Не знаю, где твой охранник. В 13.15 будем уже в минеральных водах. У меня уже крыша есть. Ели как успели. Нас уже на 40 минут задерживают. Мы 40 минут сидим в самолете, что-то не взлетаем. Уже самолеты обработали специально. Раствором и жидкостью. Задерживаемся. Стоянку ввиду того, что безопасность вашего полета в приоритете нашей компании. По всей дальнейшей информации я вас предупрежду буквально минут через 5. Пожалуйста, сохраняйте терпение и ожидайте моей команды. Спасибо. Техническая неполадка. Да, уже можно начинать волноваться или как? Уже 40 минут мы туда-сюда катаемся и не взлетаем. Возможно, мы еще сегодня еще день не вылетим. Сейчас мы с вами прорулим до стоянки. У вас, к сожалению, и к моему большому извинению, за прям искренне извиняюсь, что получилась такая ситуация. Вас будут перемещать на другое воздушное судно вместе с нами. И буквально, я думаю, что где-то через час задержки мы с вами сможем вылететь на другом самолете в минеральные воды. Ожидайте, пожалуйста, дальнейших моих указаний, информации и сохраняйте спокойствие. Выполняйте команды бортпроводников. У нас все спокойно, все по контролю. Прошу вас не волноваться. Мы не волновались, да? Нам трап подали, сейчас будем погружаться. От лица авиакомпании «Победа» нашего экипажа я еще раз приношу искренние извинения за вынужденную задержку нашего рейса, но как смогу быстрее доставлю вас до пункта назначения аэропорта Кавказской минеральной воды. С этими отложениями взлетать запрещено. Но мы и не собирались, потому что безопасность вашего полета приоритет нашей авиакомпании. Ну что ж, располагаемся поудобно ваших креслах, запустим времени безопасности, настраиваемся на приятное путешествие, и мы сделаем все возможное, чтобы ваш полет был комфортным и безопасным. Благодарю вас за внимание. 2 часа опоздал. 4-5. Это самый... Одна будет не красивая. Это самый вкусный сосиски в моей жизни. Спасибо. Я еще и не говорила, не ложись. Ничего нам не клади, да, ничего не надо. Что, дефика у нас тут? Нас пересадили в другой самолет, но мы еще тут час будем сидеть. Плохо, что даже чай не дают. Тут холодная вода. Мы назад победа летим, победа не кормит. Тень от самолета видна? Облака зашли. Так резко облака рассеялись. И уже Минводы под нами. Все, 10 минут и мы дома. Технические неполадки, технические сказал. Неполадки. Да. Сейчас мы проверим еще раз. Если повторится, то придется менять транспорт. Если нет, то полетим. А до этого 40 минут нас мурыжили в самолете. Да, и посидели мы. Получилось так, что техническая неполадка подтвердилась.
Пока стол еще красивый. Снимай. У нас, как всегда, шашлык. Я уже начала. Тебе что, папа, ложить? Все близко, я сам. На, сам возьмешь. Мне ножик дай какой-нибудь. Вот этот хорошо. Скажите. Добрый день, я дома. С чего начать? Начнем с перелета. У меня такой перелет был первый раз. Может быть, из-за того, что я зятя привезла с Москвы на Кавказские минеральные воды. Может быть, и еще какая-то причина, но такого перелета. Во-первых, проснулись в 6 утра. У нас самолет был в 9:35. Вылет вроде по времени, все посмотрели, ну нормально, все успеваем. Доходим к стойке регистрации, нас уже объявляют, что закончилась регистрация на Минводы. Короче, мы еле добежали. Еле добежали, сели в самолет. 40 минут сидим в самолете. Я зятю говорю: Гарик, что-то не то. Что так, я дома одену, дома кручу. Что-то говорю не то. Самолет то разгоняется, то останавливается, то разгоняется, то останавливается. Гарик говорит: он сейчас на полосу, на взлетную полосу вырулит, говорит, и полетим. Я думаю, он, наверное, лучше меня знает. Короче говоря, 40 минут сидели, катались, как на машине. Капитан объявляет, что технические неполадки, говорит, если устраним, полетим. Если не устраним... попробуем устранить технические неполадки. Еще минут 10 сидели. Извинился, сказал, что пересаживаемся в другой самолет. Летим на Минводы. Короче, выгрузили нас. В автобус. Полчаса где-то мариновали в автобусе. Потом еще час мариновали в самолете. В итоге домой мы приехали в 4 часа. Очень сложный перелет был. Очень тяжело было. Во-первых, 3:40 лететь. Сложно, конечно. Приехали. Нас шашлычком, конечно, встретили. Сегодня поездили по делам. Зятя мой московский прилетел, у него кое-какие дела тут есть. Все дела вроде как сделали. Сейчас дома на ужин сделаю. Разбил? О, последний орешек макадами был, мы его не могли разбить. Вкусный. Его сиропом обрабатывали? Сиропом, запахом, запах. Шоколадным сиропом, да, каким-то образом? Не шоколадный, но сахарный сироп проходит через него. Обязательно. Все, пойду я гулять, поставлю короче, посмотрю. У меня к тебе потом дело есть, важное. Машина? А? Машина? Нет. Сейчас я поставлю. У меня... Вот я как чувствовала, что он приедет к нам. Не взяла свою расческу. У меня электрическая расческа есть, навернулась. Хотела взять, чтобы он мне починил. А потом что? Лампа у меня, держатель на телефон, тоже сломалась. И еще держатель на телефон, штатив сломался. Короче. А этот может делать все. Все отремонтирует. Если мой зять родной сестры хороший хирург, то этот мастер на все руки у нас. Сейчас все, что дома неправильно закручено, все, что поломалось, все, что вышло из строя, он пока у нас неделю нам все починит. Золотые руки человека все может делать. В Москве сделала анкету, по Москве бегала 3 недели, вот прям бегала. Домой приехала, у меня так всегда. Домой приехала, читала анкету, вышла из строя. У
не знаю, может, отдохнуть надо чуть-чуть, так сильно не напрягаться с телангетой. Очень надеюсь, что следующая поездка моя в Москву будет хотя бы через 2 года, не раньше. Очень на это надеюсь. Так. А сегодня что? Сегодня кручу дома. Сейчас через пару часов уже и мама, и сестра, все мои с работы вернутся. Ужинать будем. У нас сегодня больше никаких планов нет. Сегодня с утра мы все, что надо было, сделали. Молодцы мы. И все, у меня сегодня задача ужином накормить, и все, и больше. И больше никаких планов нет. Винегрет у меня есть, со вчера еще остался наш, еще нам винегрет сделали. Долма сделала, чуть-чуть шашлыка со вчера осталось. Все. Так, я дома. Завтра снимем что-нибудь интересненькое. Хочется по Пятигорску покататься. Вернулись со снега, у нас погода. Но мы вернулись, было пасмурно, градусов 10, а сегодня утром тонкой куртке я была. Сегодня, наверное, градусов 16. Свободно есть. Еще Гарик говорит, поехали опять в Москву. Какая Москва? Я говорю, нет, нет, нет. Ладненько, на этом будем прощаться. Новым подписчикам добро пожаловать на мой канал. Смотрю, прибавляются у меня люди, чему я несказанно рада. Завтра очень хочу снять Пятигорск. Хочу просто покататься по Пятигорску. Я когда где-то давно, я когда на долгое время уезжаю с Пятигорска, приезжаю домой, я его люблю еще раз, еще сильнее, что у меня язык заплетается. Ладно, все, будем прощаться. Увидимся завтра.